Информацию о незаконном нахождении работников в тепличном комплексе скрывал лично начальник иммиграционного контроля и его зам. На территории тепличного комплекса вблизи Аала Сапогов Усть-Абаканского района был выявлен 62-летний гражданин КНР. В мае 2015 года на территории тепличного комплекса вблизи Аала Сапогов также был выявлен 34-летний гражданин КНР. А в сентябре 2015 года на территории уже тепличного комплекса недалеко от села Калинина была выявлена 45-летняя гражданка Китайской Народной Республики. Известно, что трое граждан Китая согласились добровольно покинуть Россию по решению суда, заплатили административный штраф, но продолжали нелегально работать в Хакасии. Подозреваемым сотрудникам миграционной службы это было известно, однако они приказали подчиненным освободить и не привлекать к административной ответственности иностранцев. Сегодня в рамках дела силовики провели обыск в кабинетах начальника иммиграционного отдела и его зама, а также в их квартирах. Если вина будет доказана, сотрудникам миграционной службы грозит до 5 лет лишения свободы.